как текстурка. Короеды нарисовали в такую красоту. Похоже на отложение моллюсков. Где? Где могут быть отложения моллюсков? На Меловой горе. Вот я подобные вещи видел. Да, ну вот, в общем-то, я-то не на короедов обратил внимание, а на деревянные ворота. Back to the future. Сейчас 2017 год в Харькове. Я думаю, не только в нем. А такие ворота я последний раз видел, наверное, в 80-х. Чудесно, просто чудесно. 21 октября 2017 год, Харьков. 8:29 по Киеву. И 2017 год выдает только разбросанные по двору пакеты АТБ. 2 гривны селери. И мертвый голубь. Еще 2 гривны. Господи, где тут у нас золотое копытце? Что за бардак вообще, не пойму. Я рядышком живу, у нас чистота абсолютная. А тут засрано все как. Как не в Харькове. Ой, ты посмотри, что так 21 октября. А у нас тут цветочки какие-то. О, этого не было. Что это у нас? Растяжка. Да. Это прожизненный опыт. У меня растяжка не с гимнастикой ассоциируется, а с монками и диверсионно-разведывательными группами. Их, ну, в пень нападениями периодическими. Ну а чё, хорошо. Господи, куда ж ты там еще бедра съебаешь? Ты посмотри, у тебя кожи вообще нет, в больницу иди. Ой-ой-ой. Лады, пора идти спать. Пропустили мы все эти метеоритные потоки, которые нынче 21 октября. Землю. А так и Валя. Сегодня земля проходила сквозь метеоритный поток. От кометы Галлея, через хвост кометы, к комете Галлея под хвост земля вошла. Вот так вот это, наверное. Но облачность не позволила снять это замечательное событие. Эмбуланс. И даже рассвета нам облачность не позволила снять. Идем домой спать. Облачность не позволила снять. Идем домой спать.
и какого-то завершающего кадра не найдешь. Одна бытовуха. Место для угула собак. Ну ладно, пускай будет место для угула собак. В Чернобыльской зоне. Судя по ухоженности и посещаемости этого места, очевидный.